19 по 22 марта в Москве проходила международная выставка «Интертурмаркет». Активное участие в ней приняли делегации из Ульяновской области. Основным направлением, которое ульяновцы представили на ней, стал красный туризм. Туристический маршрут, связанный с именем Владимира Ленина, в котором Ульяновск является одним из ключевых пунктов наравне с Казанью и двумя столицами. Красному туризму был посвящен и круглый стол, который прошел в рамках выставки. Принято предложение одного из регионов создать ассоциацию регионов, входящих в красный туризм. Безусловно, Ульяновская область будет принимать в этом непосредственное участие. Мы, как никто, заинтересованы, чтобы этот маршрут развивался. И далее было обсуждено несколько конкретных еще направлений деятельности в ближайшее время. Это и участие в выставке в Пекинской в конце мая, где мы выходим уже вот именно не как Ульяновская область, а как межрегиональный туристический маршрут Российской Федерации. Это подготовка к Шанхайской большой выставке, это прием туроператоров Китая в Ульяновске. Также на выставке ульяновским делегатам удалось сделать очередные шаги по созданию прямого маршрута из Ульяновска в Китай. Но, пожалуй, главным достижением стало подтверждение того, что именно в нашем городе во второй половине 2016 года состоится российско-китайский форум туроператоров. Игорь Улитин, Лилиана Рахматуллина, Андрей Полянский. Новости Ульяновской правды.